Никита, а какой бы ты себе выбрал боевой псевдоним? Рукопашник. А почему? Потому что это мой любимый вид спорта, которым я восхищаюсь. И с чего я начну? Хорошо, а под какую музыку ты бы хотел драться на ковре? Музыка какая? Под группу «Ярополк». Ясно. Представь, на «Ярополк» напали пришельцы, внеземные существа. В «Ярополке» остался ты главный. Что бы ты им сказал, когда они пришли? А? Это спортивно-патрический клуб «Ухалитинс». Уходи, отсюда, понятно. Итак, встречаем Никита Абуковский! Красногорск. Душа рабов открытым сердцем, с историей богатой, с титулами.